Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Жизнь на подоконнике, и я Татьяна. Наконец-то у меня дошли руки разобрать эту орхидею без корней, точнее с гнилыми корнями. Я ее покупала в уценке в Luxury Plants за 400 рублей. У нее еще даже есть бутоны, даже не раскрытые, но у нее совершенно нет корней, они гнилые. Соответственно, цветение ей сейчас точно ни к чему. Давайте покажу, что я обычно делаю с такими орхидеями. Так, упаковку наконец-то надо снять. Сейчас я видео поставлю на паузу, чтобы вам сильно не шуршать. Так, снимаем упаковку. Это у нас Фалинова Unlimited Colors. Значит, довольно хорошая розетка, без особых проблем. Но по какой-то причине у нее сгнили корни у орхидеи. Давайте достанем, посмотрим, что у нас тут к чему. До сих пор влажная, представляете? Уже недели две, наверное, прошло, как я ее купила. Мне все руки не доходили ей заняться. И грунт до сих пор влажный. Просто обалдеть. Ну, видимо, сильно перелили. Убираю держатели цветоносов. Цветоносы в данном случае нужно срезать, потому что орхидеи нужно наращивать корни. Если ей оставить цветонос, она будет заниматься цветением. Ни к чему хорошему это не приведет. Хотя здесь вот у нас, смотрите, живая почка. Не знаю, можно ли что-то сделать. Может быть, поставить ее как-то в воду. Не знаю, будет ли она развиваться. Мне кажется, что нет. Ну, попробовать как бы можно. Так, здесь какая-то паутина у нас в большом количестве присутствует. В общем, я разбираю весь этот торфстакан мокрый. Представляете? Мокрый. То есть за все это время он... Ну, а, собственно, чем она просохнет, если у нее гнилые корни? Ей нечем потреблять и перерабатывать влагу. У растения нет живых корней, которые могли бы эту влагу переработать. Соответственно, как бы где она возьмет? В горшке мне казалось, что какие-то живые корни у нее есть. Но сейчас я вижу, что у нее нет ни одного живого корня вообще. Может быть, вот эта вот пупырка, которая находится на самой шее, все остальное у нее полностью сухое. Ну, я имею в виду сгнившее изнутри. Вот видите, они, конечно, мокрые, но они внутри сухие. То есть их нет. Ни одного живого корня вообще нет у этой орхидеи. Совсем. Даже вот эти воздушные, они все внутри пустые. Соответственно, сейчас все это надо убрать. Нет смысла оставлять эти корни, они не работают. Плюс гнилостные процессы, которые происходят внутри, вызывают рост и размножение гнилостных, соответственно, бактерий, которые не дадут наращивать молодые здоровые корни. Абсолютно все вот это можно срезать. Здесь ничего нет. Я думала, что здесь есть парочка хотя бы живых корней, но нет. Ничего нет. Поэтому без сожаления все это обрезаем. Смотрите, если есть живые корни, я бы, соответственно, их оставила. Конечно же. Здесь вот тоже все пустое. Тяжи эти не нужны, они не работают. Ай! Заодно себе палец ущипнула. Так. И даже этот корень сухой. В общем, обрезаем. Так, я надеюсь, вам хорошо видно. Я тут смотрю, а в камеру не смотрю. Так, вот сфокусировались. Цветоносы можно обрезать повыше. С этой стороны тоже. Просто так будет удобнее ее закреплять. И что у нас тут?
Есть у нас тут какие-то чешуйки от старых листьев, но их немного. Есть вот такой вот единственный пенечек какого-то типа живого корня. В принципе, загнивания на самой шее нет. Вот эти листья лучше снять. Во-первых, ей нечем их обеспечивать. У нее нет корней. Во-вторых, они слишком низко. Так, они уже такие вот потерявшие тургор. Сейчас я аккуратненько их тут сниму. Я бы сняла и эти тоже. Ей нужно место на шее, где она будет отращивать новые корешки. Так, вот это все старое. Мы видим живую шею. Все, что нужно было срезать, мы с вами срезали. Шея в порядке, она довольно плотная, упругая. Центр розетки тоже в полном порядке. Конечно, она уже не в тургоре, потому что у нее нет корней, ей нечем потреблять влагу. Пока она не нарастит новые корни, вот эти листья, они будут только морщиться и засыхать. И это как бы нормально. Просто, ну, нет возможности у орхидеи поддерживать их в тургоре, потому что у нее нет корней. Появятся новые корни, появятся новые листья, и все тогда будет в порядке, если процесс пойдет. Так, далее, так как у нас у орхидеи сгнили все корни, соответственно, какие-то гнилостные процессы там у нее по каким-то причинам произошли. Мы не знаем, и нам это, собственно, не важно. Нам надо просто немножко ее как-то обеззаразить, да, чтобы она перестала этим заниматься, чтобы у нее все эти процессы закончились, начались процессы образования новых корней. Можно разные способы использовать, разные препараты. У меня есть Превикур. Но в последнее время мне хочется использовать простой способ, чесночную воду. Чеснок, мне кажется, у всех есть. Два зубчика я раздавливаю на вот 700 мл воды, или сколько тут, на вот такой стаканчик теплой воды. Жду минут 10, процеживаю его, и можно использовать. Конечно, она пахнет чесноком, понятное дело, но не очень сильно, не так, что прям задыхаться. Хотя, конечно, чувствительность у всех разная. Я прям полностью опускаю вот таким вот образом орхидею сюда. Потом я еще протру листья отдельно. Пускай она так постоит 15 минут. А нам пока с вами нужно подумать, куда ее посадить. Корней у нее нет, соответственно, тара должна быть совсем небольшая, чтобы грунт хоть как-то просыхал и не замокал. Итак, 15 минут прошло. Можно доставать. Я вот принесла ватный диск. Я его смочу в этом чесночном растворе и прям протру вот так вот. Вот так протру ему все листья и цветоносы. Чеснок является еще и стимулятором. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то уже результаты по применению чеснока, потому что я не так давно начала его пробовать. Но из тех, которые я делала с этим чесноком, точно ничего плохого не случилось. Заодно с вами и протестируем побольше чеснок, потому что я обещала выложить результаты применения чесночной воды. Так. Протрем также цветоносы. Все. Вот наш экземпляр готов. Сейчас он просохнет. И теперь самое сложное — это выбрать подходящую тару для него. Потому что корней нет вообще. Соответственно,
много грунта мы не можем класть, он будет постоянно замокать и не будет просыхать. Слишком мало тоже плохо, потому что он постоянно будет высыхать, ей не будет хватать влаги, и она не захочет наращивать корневую. Из всех способов, которые я пробовала много разных способов, мне нравится мох. Мох и что-то на дно. Небольшое закрытое какое-то пластиковая емкость. Например, вот у меня тут есть от какой-то прошлой реанимации, с Максимом даже на дне немножко. Чтобы орхидея хорошо стояла, была более-менее устойчивая, но при этом у нее должно быть довольно мало грунта для того, чтобы он не замокал и не загнивал. Итак, что буду использовать? Небольшое количество пеностекла на дно, буквально вот 4 камешка, можно керамзит, можно крупную кору. Дальше у меня есть вот такой вот кокосовый субстрат. Это кока-чипсы. Ой, не знаю, видно вам. Кока-чипсы и кокосовое волокно. Короче говоря, продается. Я покупала в Оби. Что-то рублей 50, что ли, упаковочка. Мне он нравится тем, что он очень легкий и очень быстро просыхает. Так. И самое главное, это мох спагмос. Увлажненный. Заранее я его размочила в воде. Итак, беру нашу орхидею, чтобы вам было видно. Беру мох, отжимаю его. Хорошо отжимаю. То есть он остается влажный, но вода с него не течет, просто чуть увлажненный мох. И вот таким вот образом я со всех сторон его прокладываю. Я не делаю очень плотный мох, скорее более воздушную такую посадку, что касается именно мха. То есть вот таким вот образом, смотрите, со всех сторон у меня шея закрыта. Сейчас так вот ее поправлю. Шея закрыта, но самого грунта на самом деле очень немного. При этом орхидея очень устойчиво стоит. То есть она не выпадет, ничего с ней не будет. И за счет того, что система закрытая, влага не будет слишком быстро испаряться и не будет замокать из-за того, что там не так много грунта, а мох довольно быстро, в принципе, просыхает. Я использовала разные способы наращивания корней у орхидей. В том числе на канале есть довольно популярное видео о наращивании корней над керамзитом с водой. Да, корни очень хорошо растут, довольно быстро, длинные. Но я заметила такую проблему, по крайней мере, у меня в моих условиях. Потом, после пересадки, эти корни не приживаются. Они очень быстро сгнивают, когда их сажаешь в обычную посадку. Так они, да, хорошо наращиваются, все супер, но потом очень тяжело адаптировать их под обычную посадку. Я пробовала наращивать листвой вниз. У меня ничего не получилось вообще. Там еще какие-то экстремальные способы в пластиковой бутылке сверху с пакетом. Там просто она буквально там 3-4 дня, и орхидея погибает. То есть у нее практически сразу происходит какое-то, я не знаю, заваривание орхидеи в этом пакете. Как бы и все, и до свидания. Для меня, для моих условий, вот мох, небольшое количество грунта и мох, именно спагмос, для меня оказался самым приемлемым вариантом. То есть я уже не одну орхидею так спасла и очень многим нарастила корни. Очень быстро орхидеи отзываются на такую посадку и очень быстро начинают проращивать новые корешки. Итак, что я делаю дальше? Я не буду ее поливать, пока мох полностью не просохнет. Это 3-4 дня точно. Дальше посмотрю. Далее я буду на дно наливать вот такое вот количество теплой воды отстойной или фильтрованной. И на этом как бы все. Вода сама по мху поднимется наверх,
и увлажнит вот это вот пространство, но не сильно, то есть замокания не будет. И все, что я делаю, и буду ждать корешки. О дальнейших результатах я вам обязательно буду рассказывать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Пишите ваши комментарии. Рассказывайте, пробовали ли вы такую посадку. Будем следить за жизнью этой орхидеи. У нее, я напомню, вообще нет корней. Вообще ни одного. Будем смотреть, как она себя поведет. Также посмотрим, как поведет себя чесночная вода. Ну а на сегодня у меня все, друзья. Всем пока. До новых встреч.